А теперь красноречивые кадры из Анкары. Турки, разгневанные решением Германии признать геноцид армян, напали на посольство страны. Полиция решила толпу не сдерживать. Демонстранты добрались до металлических дверей и забросали их яйцами. Акцию поддержала толпа с государственными флагами в руках. Размахивая кулаками, люди угрожающе кричали. Появились у посольства и черно-белые фотографии из немецких концлагерей. Так демонстранты подхватили заявление министра юстиции Бекира Боздага. Их приводит немецкое издание «Бильд». Политик сказал буквально следующее. Сначала вы сжигаете евреев в печках, а потом обвиняете турецкий народ в геноциде. С подобным настроением демонстрация проходит и в Стамбуле. У здания немецкого консульства досталась и Ангеле Меркель. Многочисленные газеты изобразили канцлера Гитлером, подрисовав фрау легко узнаваемые усы. Немецкая же пресса обсуждает опасения военных. Речь о судьбе самолетов, которые участвуют в борьбе против ИГИЛ в Сирии. Сейчас они базируются на турецкой базе.